кінці темного тунелю, яким прямує в незбагненне майбутнє миколаївське суднобудування, зажеврів вогник. Сьогодні презентували проєкт зі створення та функціонування вільних митних зон сервісного типу в нашій області. Ініціатива Миколаївської митниці, конкретніше її начальника. Наша зустріч сьогодні відбувається з досить унікального приводу – це опрацювання пропозицій фіскального органу щодо розвитку бізнесу в нашому регіоні. Така ініціатива – це відповідь більшості скептикам, а також критикам, які постійно оголошені в тому, що фіскальні органи вони гальмують або руйнують бізнес в Україні. І ми хочемо показати, що це не так, і що митниця має свої проекти і свої ідеї розвитку бізнесу в Україні. Розпорядження про створення робочої групи з підготовки та впровадження проєкту підписав 13 вересня тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації. Дуже багато питань може вирішитися створенням даної зони. В тому ж ЧСЗ, наскільки я знаю, під проєкт «Корвет» закупались двигателі імпортного виробництва, і у них зараз дуже велика проблема. Потрачена куча грошей, які заморожені. При створенні даної зони виходить льгота на закупку імпортних составляющих і обладнання. Можна економити практично до 30% від общої стоїмості. Скажу, правда, не економити, а правильно, наверное, сказати, не вимивати це із свого обороту. Да? Плюс ті, хто займається яхтами, судоремонтом, говорили про те, що є велика проблема. Вони втрачають клієнтів за счет того, що яхта при вході в таможену зону України повинна осуществляти определені немалі платежі. Всі ці питання, і в тому числі і ряд інших, призвано рішати створення даної економічної зони. Тому, уважаємо колеги, ініціатива підтримана, ініціатива дуже хороша. Я іскренне желаю всім нам, щоб у нас все вийшло. До робочої групи увійшли, крім начальника Миколаївської митниці, котрий цю групу очолив, представники обласної державної адміністрації та головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області, суднобудівники, науковці і практики, а також народні депутати Тарас Кремінь і Олександр Лівік, які, щоправда, на засіданні не з'явилися. Ну, то, что не выпускается большая часть комплектующих, запчастей, материалов, я надеюсь, всем это известно. Поэтому возникла необходимость большую их часть, подавляющее количество, завозить из-за рубежа. Мы с вами все знаем, что судно любое, а особенно если сложное в производстве, я имею в виду многонаправленное, оно состоит из более чем несколько миллионов деталей и комплектующих. Несколько миллионов, и большую часть которых надо завозить из-за рубежа. И те моменты, которые были использованы ранее, и на этом, ну, не печальном, а таком сложном опыте пришли к сегодняшнему решению о том, чтобы создать свободную зону, которая бы обеспечивала необходимое для судостроителей время нахождения комплектующих и запасных частей на территории без обложения, без налогообложения, играет огромную роль. Поскольку до сих пор специфика судостроения не была учтена в законодательной базе, в законодательных актах. Я вижу, например, на сегодняшний момент это государственное мышление, и спасибо нашей Николаевской таможне и конкретно его голове, что сейчас мы думаем о государстве и развитии, потому что только, скажем, внутренний валовый продукт, его повышение, да, дает нашей стране возможность говорить. Все меряется вот этим моментом, когда добавляется добавочная стоимость. И только когда мы можем производить какой-то продукт, только когда мы можем, скажем, развивать нашу страну и наш внутренний продукт, можно говорить о том, что у нас есть что развивать. Для этого, конечно же, требуется создание специальных условий. Потому что если экономика больна, если существует, скажем,
ну, нездоровые вещи, есть больные, мы знаем, что у нас война и подорвано здоровье. Конечно, необходимо создание специальных условий, которые позволяют производить достаточное количество товаров, услуг, создавать рабочие места, чтобы можно было, по, скажем так, знать, что у нас есть рот нашей экономики и что мы можем отказываться от большинства кредитов, которые необходимо будет давать. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что это яркий пример государственного мышления о том, что надо делать для нашей области и нашего города. При цьому, переконаний Олександр Сагайдаков, результати будуть відчутні усіма сторонами. Что касается по преимуществам создания вільної митної зони, и следующий шаг, как я понимаю, создание свободной экономической зоны. Я не думаю, что таможня в данном случае теряет достаточно какие-то таможенные платежи. Я бы хотел сказать по-другому. Дело в том, что увеличивается количество, вот, скажем, того экспортного потенциала, который мы получаем. Я говорю о себе. Например, мы занимаемся сложным судостроением, называется яхт, на самом деле это экспедиционные суда, достаточно сложные, с большим количеством инноваций. Завезли оборудование, да? Судно строится 30 месяцев. Понятное дело, что завозить. И что? Через 365 дней, извините, 2 миллиона убытка, и мы обязаны, ну, для себя убытка, и никакой заказчик не хочет платить эти деньги. Во всем мире судостроение устроено таким образом, что все хотят владельцы эти деньги экономить. Это нормально. Есть понятие временного ввоза, да, когда он вводит свое оборудование и не платит пошлину, и он платит за вот ту добавочную стоимость, то есть за рабочий труд. И мы должны, как все цивилизованные люди, мы понимаем, что владельцы частные люди. Если он заплатил один раз за это оборудование, то зачем он будет платить еще раз? Он хочет получить от нас работу. А это значит, у нас должно быть большое количество рабочих мест. Инвестиции. Это любой инвестор говорит, я сюда не только деньги вкладываю, я сюда вкладываю деньги-то как деньги. Сюда надо завести оборудование, сварочное оборудование, проектное, компьютеры, программное обеспечение, да, станки для раскроя материалов, специальные специалистов привозить. Это по размерам просто миллионы. Да? А как их сюда завозить, если они... А свободная экономическая зона, свободная таможенная зона как раз и дает возможность инвестору понимать, каким образом он заработает в этой зоне свои деньги. Относительно уменьшения уплаты таможенных платежей, вы знаете, когда-то у меня был еще разговор, ну, старые уже теперь времена, с госпожой Акимовой, да, когда я пытался объяснить, говорю, понимаете, говорю, что вот если не освободить от уплаты налога на добавленную стоимость материалы, комплектующие оборудование для судостроения, они просто не могут работать. И когда мне говорят, нет, вы говорите, потери бюджета, ну вот условные потери бюджета, их же уже посчитали как доходную часть. Я говорю, ну как можно считать ничего из ничего? Предприятие стоит. Если ему не дать льготы, оно работать все равно не будет. То есть все равно ничего никто не получит. Но, к сожалению, тогда это не удалось никоим образом донести. Хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что даже если не платить, даже если уйти от определенных налогов и сборов, как минимум, это рабочие места, это налоги на заработную плату, это местные бюджеты. Увеличение доходности местных бюджетов привлечет, если мы уже говорим по государственному, да, уменьшение дотирования со стороны государственного бюджета, бюджета дотационного. Иными словами, мы все равно выигрываем деньги, а люди получают работу, зарплату, и с этой заработной платы идут на центральный колхозный рынок, где осуществляют знаменитую смычку рабочего и крестьянина. Да? То есть мы тянем, начинают тянуть и другие отрасли. Роман Кріль зазначив, що є певні розрахунки щодо можливих втрат і зиску після реалізації проєкту зі створення вільної митної зони за умови повного завантаження всіх суднобудівних підприємств. Це втрати до 20 мільйонів гривень по митних платежах, але доходу держави до 10 мільярдів гривень на рік. Тобто цифра дуже велика, це як місцевий бюджет, так і державний бюджет України. Відповідно, такі великі кошти, які будуть надходити в цю область, це просто буде грандіозний проєкт. Дай Бог при повній загрузці. Такого в Україні нет нигде. Потому что ни одной нет свободной таможенной зоны вообще в Украине. То есть это пока, скажем так, что-то из ряда теории. И, в принципе, мы предлагаем пилотный проект на базе нескольких предприятий, кто согласится. Основным контролем это будет, естественно, таможенный контроль товаров, ну и плюс онлайн-видеонаблюдение.
Но следует отметить то, почему мы предложили создать эту рабочую группу. Во-первых, потому что нам не хватает одного, как минимум, нормативно-правового акта. Согласно правил функционирования таможенной зоны, ежемесячно предприятие отчитывается перед таможней о движении товаров по территории таможенной зоны. То есть это как и размещение, как выпуск и использование этих товаров. Почему создали эту рабочую группу? Потому что можно было, в принципе, сесть в кулуарах таможни или там фискальных органов, собраться, создать этот отчет и его, скажем так, как-то официально утвердить. Но мы собрали специально и научных специалистов, и руководителей предприятий пригласили, потому что отчет этот нужно сделать максимально информативным, и чтобы была минимальная нагрузка на само предприятие. Потому что если мы сейчас завалимся бумажками с первого дня, то работы все равно не будет. Я очень рад, что у нас создастся свободная экономическая зона, потому что мы в результате своей работы, и когда мы не будем те же самые проходить индикативные цены и все-все-все-все налоги, пошлины, мы в конце увидим ту добавленную стоимость уже. Потому что сегодня она как-то размазывается. Мы купили где-то с НДСом, где-то без НДСа положили, где-то еще, потом конечному покупателю выводится цена. На сегодняшний день, если это все заходит прозрачно, то мы уже видим, согласно конъюнктуре рынка, какую можем выставить этому покупателю цену. Мы надеемся, что вильно-мытная зона, созданная на территории нашего города, все-таки позволит и даст толчок развитию судостроения в нашем городе. Сегодня оно как-то еще поддерживается инициаторами. Я считаю, что это и патриоты нашего города, фирма, возглавляемая Тарчем Ивановым и Александром Михайловичем. Спасибо им за это и дай Бог здоровья. И мы всегда готовы к сотрудничеству в этом направлении. Я имею в виду Национальный университет кораблестроения. Об'єктивно, реалізація задуманого потребуватиме ще великої підготовчої роботи з різними відомствами. Думаю, на протязі місяця-двох ми повністю все відкоригуємо при підтримці там народних депутатів і нашого керівництва. Мінфін швидко внесе ці зміни і всі в повному обсязі почнуть працювати. Всі знають, яке в нас бажання для того, щоб в Україні були зміни. У нас великі, і ви знаєте, що у нас і по єдиному вікні Миколаївська митниця перша зробила експорт. В єдиному вікні Миколаївська митниця перша колись перейшла на повністю на електронний подачу електронної декларації. Думаю, і тут ми швидко все реалізуємо. Ця подія може стати дуже важливим поштовхом до відродження суднобудування у Миколаєві, а згодом в усій Україні. Тож, будемо тримати вас в курсі.